Друзья, добрый день. Продолжаем нашу конференцию. На хорошей волне она началась, на хорошем ролике. А сейчас вы посмотрели, как вы, я это уверен, поняли. Это был ролик с нашим очередным стикер-паком, таким стикер-паком, посвященным, естественно, кризису. Там, но мы постарались сделать это в шутливой форме, чтобы вы также относились к нему, как это было в заглавном ролике. У нас очень такой светлый, яркий ролик, позитивный. И вот в этом ролике со стикер-паками все это пандемии приходят и уходят, жизнь продолжается, и мы продолжаем и жизнь, и наш бизнес. Вот ссылочку вы тоже получите. Кстати говоря, друзья, обратите внимание, у нас сейчас совершенно классно изменился наш канал Инстаграм, мы приложили очень много усилий, и прежде всего вот мы для Инстаграма готовим такие короткие живые ролики, яркие, и подписаться на наш канал Инстаграм вы просто абсолютно обязаны. Сейчас вам модератор даст ссылочку, ну, естественно, там не только канал Инстаграм, у нас канал во всех популярных социальных сетях, но Инстаграм, я акцентирую ваше внимание, что он стал у нас очень ярким, очень привлекательным, его очень хорошо показывать своим знакомым. Вот перед вами вот эта ссылочка, можете посмотреть, а также другие социальные сети. Ну, пока к нашим текущим делам, у нас конференция наша сегодня будет очень интересной, чем ближе к концу, тем больше интересных новостей, но пока новости о ближайших наших встречах. В следующий понедельник мы проведем по графику презентацию бизнеса, и потом у нас в апреле будут два брифинга. Брифинга с советом директоров, ждем ваши вопросы, и брифинг с разработчиками, маркетологами, тоже будет очень интересный и важный, потому что, напомню, 22 апреля у нас следующий релиз с теми функциям, которые Валерий Николаевич озвучил, и, соответственно, вы можете по ним уже вопросы задать, пообщаться с нашими разработчиками, с маркетологами по нашим дальнейшим планам. Спасибо, что вы подписались в Инстаграме. По поводу онлайн-обучения, я тут мельком смотрю ваши вопросы в чате, замечаю. Мы, конечно же, как вот уже прозвучало, мы готовим и групповые, смотрите, во-первых, групповые аудиоконференции, во-вторых, мы готовим сначала индивидуальные, потом групповые видеочаты, и это во-вторых. В-третьих, мы готовим возможность поделиться экраном, что необходимо учителю, чтобы тут рисовать, показывать. И в-четвертых, так называемое стриминговое видео, когда один человек ведет трансляцию, допустим, урока, а остальные 10, 20, 30, 100 человек его смотрят и, соответственно, тоже могут интерактивно общаться. Поэтому это ту задачу, которую мы поставили как первоочередную для наших разработчиков. А пока на слайде вы видите актуальное количество наших установок, 1 652 000, двигаемся уверенно дальше. Ну и по доходам, видите, не так много сегодня флажочков, обратите внимание, но те, так сказать, отметочки на карте, то есть те города, откуда работали наши лидеры, обратите внимание, очень и очень для вот этого времени, про которое мы говорим, очень неплохие доходы. 13 партнеров получили более 1000 евро, 6 партнеров более 2000 евро, 4000 евро получили более 3 партнера, более 7000 евро 2 партнера, и мы поздравляем нашим с абсолютным рекордом за прошлую неделю 7700 евро. Я думаю, что хотели бы все сидящие сейчас дома на карантине, а это делают все наши партнеры, вот, которые указаны на карте, весь мир сейчас сидит на карантине, и тем не менее кто-то в этот период может получить доходы 7700 евро, поэтому это у нас возможно. Смотрите за то, о чем мы вам говорим, эти школы, которые мы вам рекомендуем посещать. Пока мы поговорим о наших текущих промоушенах. 1 860 000 акций всего осталось из тех 5 миллионов, которые были на 1 мая 2019 года. Все это, видите, убывает с очень большой скоростью. Ну и актуальные промоушены. Смотрите, друзья, мы объявили промоушены основные, но вот кроме кэшбэк 5%, мы пока его оставляем на криптовалюту, приучаем всех пользоваться криптовалютой, потому что это наиболее выгодно, можно получить кэшбэк. А остальные промоушены мы, как и обещали, продлили до 13 апреля, до следующего понедельника. Но обращаю ваше внимание, это последнее продление. У нас эти промоушены уже завершатся. Значит, промоушен, который мы назвали весенний промоушен, по сути, это промоушен по схеме 1 плюс 1, то есть первый пакет приносит вам
дополнительный подарок в виде акций. Второй аналогичный пак любому партнеру, но той же категории приносит вам 50% дополнительной личной премии. Сотни человек за прошлую неделю этим промоушеном использовали. Ну и только до 13 числа действует промоушен со скидкой 10% на все бизнес-паки, которые у нас есть. Тоже пользуйтесь, потому что много. Вот, значит, двигаемся дальше. Значит, промоушен с КК5 при покупке трех паков Invest в течение трех рабочих дней тоже остается до 13 апреля. И промоушен вот с огромными пакетами акций за достижение второй и следующий раз КК10, 375 акций, тоже остается тоже до 13 числа. Призовой портфель акций, так же, как мы говорили, до особого распоряжения. Думаю, что совсем недолго ему осталось жить, потому что видите, как количество акций уменьшается. Вот, напоминаю вам как раз про те школы от наших самых успешных лидеров, и уже на этой неделе очередная неделя, и лидер новый, которого большинство из вас знает, Елена Охотникова, Москва, Сильвер-президент, очень яркий лидер, очень приятный человек, проводит для вас школы 7 и 10 апреля, вторник и пятница в 19 часов. Это школы от самых опытных людей и самых успешных людей в нашем бизнесе. Приходите, слушайте, впитывайте и действуйте так, как действуют они. Ну и самое приятное, я надеюсь, что вы сейчас оцените, это запуск сегодняшнего дня, то есть сегодняшних паков, которые куплены. Мы такой антикризисной лотереи, которую мы назвали «Ноутбук в каждый дом». Почему ноутбук в каждый дом? Наверное, вы знаете, если у вас в вашем конкретном доме хватает ноутбуков для всех членов семьи, то во многих домах, где дети сидят, учатся удаленно, в общем-то, все практически дома, и часты ситуации, когда ноутбуки вырываются друг у друга из рук, поэтому мы подумали, посмотрели, изыскали возможность разыгрывать по 14 классных ноутбуков каждую неделю, всего 56 ноутбуков, представляете, в нашей структуре мы сможем разыграть, причем для всех категорий паков, и обратите внимание, чем ниже пак, конечно, подешевле ноутбук, но тем не менее это полноценный ноутбук, который можно купить, на котором можно полноценно работать, особенно детям с их не самыми сложными задачами. Вот. И, соответственно, для каждую неделю из следующих 4 недель, начиная со следующего понедельника, мы будем разыгрывать 5 ноутбуков среди покупателей и спонсоров паков Go. 4 ноутбука, более дорогих, более мощных, конечно же, среди покупателей паков BIS. 3 ноутбука среди покупателей паков премиум. Это ноутбуки разных производителей, Хаус, Хайер и Asus. И, конечно же, для покупателей и спонсоров паков Invest мы предлагаем приобрести самые дорогие, но при этом и самые престижные, все-таки самые, наверное, надежные, я как пользователь MacBook могу подтвердить, MacBook от Apple, вот 2 их будет разыгрываться всего, но тем не менее это вот тоже очень весомо, потому что за 4 недели их будет целых 8. И повторюсь, начиная с сегодняшнего дня вы получаете лотерейные билетики в своем офисе, увидите и за свою покупку, и за покупку ваших личных партнеров, поэтому этих лотерейных билетиков может быть много, и особенно обратите внимание, в первую неделю, пока лотерея еще не разошлась, до третьей, до четвертой недели, в первую неделю покупок, ну, скорее всего, будет не так много, и, соответственно, шансы ваши выиграть будут очень большие. Чем раньше вы это начнете, тем начать вы можете прямо с сегодняшнего дня. Вот, и здесь вот написано розыгрыш, когда будет разыгрываться розыгрыш, каждый понедельник они будут проходить 13, 20, 27 апреля и 4 мая, то есть как раз под майские праздники можно эти 56 ноутбуков замечательно распределить. И у нас очень часто примеры, и мы вам подготовим такой ролик обязательно, что процентов, наверное, 70-80 всех выигрышей говорят, что я никогда не выигрывала,
или не выигрывал ни в одной лотерее, и тут вдруг такой успех, и только купил первый пак, или купил, только вчера узнал, а сегодня уже выигрыш, уже приз, и мы очень хотели, чтобы вы получили все эти призы, будем за вас держать пальцы на следующий, во время розыгрыша, в следующий понедельник. И желаю вам огромного успеха с этими нашими и промоушенами, и с этим, конечно, с сегодняшней лотереей, которая уже у нас стартовала. Я передаю слово члену Совета директоров Наталье Борисовне Аршавской. Желаю вам здоровья. Но перед ней давайте посмотрим еще один ролик, еще с одним нашим стикер-паком, который также уже инсталлирован у нас, который вы можете загрузить, через, нажав кнопочку с колесиком таким, и, соответственно, использовать, рассылать своим знакомым. Спасибо вам и до следующих встреч.